Всем привет! Я вышла на улицу уже в магазин добежать. Надо было докупить, хотела. Короче, хочу уже давно сделать субсолянку. Вот. И это. Вышла там кое-что докупить. И решила кружок навернуть, чтобы пройтись. Сейчас иду по теньку, прям холодно. Такой ветер. Вот сейчас солнышко вышло. Тут приятней. Ой, вчера, короче, что-то я вообще, мы за стрим опять залисли. И представляете, я даже не записала концовку к видео. Вообще, видео за вчерашний день 6 минут. Это я еще не выложила влог, поэтому я так рассуждаю. Ну, конечно, наверное, выложу. Но такое он, ни о чем. Пойду другим путем своим маршрутом. Через помойки пойдем. Вот. Вчера говорили на стриме о хейтерах. Это, конечно. То есть такие уникальные люди. Я вот до сих пор не могу понять, что им это дает. Но написали они гадость. Чего им от этого легче стало? Так интересно посмотреть на этих людей. Кто там сидит по ту сторону экрана. А еще я говорю, что я с неуравновешенной психикой. Вот. Не знаю, что сегодня. Думали, сегодня Настю выпишут. Не выписывают. В итоге. Ждем теперь завтра. Сегодня надо бы дела поделать. Если бы я показала сейчас свою комнату. О, это было бы для хейтеров просто счастье. Вот. А может, и покажу. Чё ж. Вон бабульчика идет в свои занятия. Вон. Чапает. Здрасте. Идет звезда наша. Ну, все зависло. Ладно, не буду ждать. Она меня не видит. Сейчас только что поняла, что это не моя машина стоит. И начала вспоминать, где моя. У нас лифты меняют все. Ой. Ну все, дошла. Спасибо, что со мной сходили. Позже выйду на связь. Обещала, Лика сейчас расскажет рецепт приготовления макарон в микроволновке. Берем мисочку, дальше берем макароны. Лучше брать маленькие, потому что большие будут долго вариться. Не буду трогать. Дальше мы заливаем их водой. Ну вот, даже много налила. Примерно на 1 сантиметр выше макарон. Даже поменьше. Вот, дальше мы ставим их в микроволновку. Так, секунду. Я забыла посолить их. Ставим на 1,5 минуты. По окончании 1,5 минут мы перемешиваем. Перемешали и еще на 1 минуту. И вот по 1 минуте 4 раза. Каждый раз, когда 1 минута заканчивается, мы открываем и перемешиваем. Оп. Пока они греются, натираем сыр. В принципе, я пробовала с разными сырами. И каждый подходит. Сегодня у меня будет непонятно какой, но в общем вот такой сыр. И еще вам понадобится молочко. Но в принципе его нужно мало достаточно. Поэтому сейчас я натру сырок и потом покажу вам, что получится. Также небольшой совет, следите, чтобы не убежало. То есть открывайте постоянно микроволновку, иначе он может убежать. И тогда вот с микроволновкой будет в этой воде. Я просто периодически открываю, чтобы водичка спустилась, и потом закрываю, продолжаю. Это мне как бы не мешает особо. Я залила 3 ложки столовой молока. Ты закрываешь рукой. Где? У меня наушник. Вот. Налила 3 ложки молока
И сейчас еще добавлю сырка и потом еще на минутку в микроволновку. Но вообще я отслеживаю обычно, когда ставлю микроволновку. То есть, может быть, это полминутки, а может быть, минута. Но вот сейчас посмотрим, за сколько они у меня приготовятся. Вот у меня макароны приготовились. Ну, вот после того, как я добавила сыр, я оставила на одну минуту. Сыр расплавился, получится очень вкусно. Хотела заснять свою рубрику «Готовим, болтаем» и заснять, как готовлю солянку. Но штатива пока нет, не нашли, не могу ничего сделать. Поэтому расскажу так. В общем, вчера я сварила говяжий бульон. Такая у меня говядинка. Сейчас я туда добавлю, взяла... Блин, у меня такой пошла в ярче, и такой выбор был. В общем, взяла краковской колбаски и вот такой вот копченый. В общем, сейчас добавляю туда колбаску. Короче, сделаю зажарку, там мне варится мясо остальное там с колбаской. Здесь у меня лук, морковка, отлечу перец я положила, томатная паста и соленый огурчик. Сейчас я все переложу в кастрюлю, буду чистить картошечку. Вот так. Ну что, там у меня, значит, уже картошечка, оливки положила, лимончик плавает. Сейчас буду со специями думать. Но в любом случае здесь будет сушеная зелень, укроп, петрушка. И посмотрю, что из специй. Сюда, наверное, паприку добавлю. Ну и посмотрю, что еще у меня есть такого, что... А, чеснок сюда еще надо. Сейчас я туда пару зубчиков чеснока положу. В общем, вот такой вот у меня получился. Положила, значит, петрушку, укроп, мелиссонели, паприку, немножко граната, специи. Больше ничего не стала добавлять. Достаточно густой. В общем, попробуем, чтобы вот давно не варила и уже прям забыла, как варить. Все, суп готов у нас. Денис будет сейчас пробовать, уже сметану положил. Ну, такой он у меня, можно было, конечно, погуще. Кисленький получился, но Денис говорит, он такой любит. Сказал, как со надо. Со сметаной вообще шикарно. Такой... Посолить можно. Посолить? Ну, ты все досоль. Сейчас дам соль. А вот мой кухонный бардак. Покажу вам. Это я готовила, так что сейчас уберу. Пожалуйста, соль ваш. Не показывай, что я с ним смотрю. Смотрит влог. Вот. Ну, короче, говорит, вкусно. Такой суп хорошо оттягивает. Я говорю, может, сначала напьешься, а потом с похмелья поешь. Это вчера было уже. Короче, что-то лапку Торик опять лежит. Болит лапку у тебя? Ты чего? Ну, чему мозик? Он только ее аккуратненько вылизывает. Масюня. Смотрите, как он. Я вылизываю. Хвостом виляет. Малыш. Малыш, покажи свой пятачок. Покажи. Покажи. У нас в семье так. Кто не выдержит первый, тот убирается. Папа не выдержал первый. Он пропылесосил. Разобрал кучу с одежды. Сложил мне по стопочкам. Коробочки вот мне тут убрал. Короче, прибрался папа. Пузо подбери, вернее, у тебя пузо голое. Нет. Все. Моя задача сейчас разобрать эту кучу одежды. Я не знаю, как мне запихивать в шкаф. Вообще надо разобрать шкаф. Выглядит он сейчас вот так. Ой, еще главное, кто-нибудь носил бы это все, что у меня тут навалено. Зачем я это храню? Вот мне просто интересно. Ладно, сейчас буду разбирать. Иначе уж как-то совсем неловко получается. И смотрю видосики. Вот скажите мне, пожалуйста, у всех так? Я не знаю, как это происходит. Я сегодня вообще с кухни не ухожу. Вот я пришла из магазина. Чего я себя сегодня совсем не показываю? Я ходила в магазин, все это видели. Я пришла из магазина. Пока приготовила Лики там стрипсы. В общем, она вот, вы видите, это макароны делала свои, значит. Ее покормила, начала готовить суп-солянку. Сделала суп-солянку. Пока убралась на кухне, помыла все. Надо почистить картошку к ужину. Почистить. Ну, поела, кстати, солянка вот такая плюс. Я боялась ее пробовать, мне показалось, что я перекислила. Она просто бомбическая получилась. Вот я прям рекомендую вам. Если как-то вот я не подробно рассказала, я все-таки сниму, конечно, кукинг на нее. Прям я давно не готовила ее и боялась, что я сделала что-то не так. Очень вкусная. Прям ах. Вот. И, значит, что? И мы поели.
Я там, ну, немножко в Ютубе что-то поотвечала. Все, почистила картошку. Поставила ее просто ждать. Смотрю, уже время 7. Надо ставить варить. Поставила варить. Пошла в комнату. Чуть-чуть только разобралась. Уже надо жарить мясо. А, разделала мясо, замариновала. Теперь надо его жарить. Сейчас салат делать. А время уже 8 вечера. То есть мы сейчас поедим, и что, и все? Я не понимаю, как я... Что-то, что я неправильно делаю? Скажите мне, пожалуйста. Вот правда. Как так у меня получается? Видите, какой? То вкусняшка за день. Ну чего ты, на? На, ты че стесняешься? Может, подумать, и не разрешаю. Видите, какой стесняшка? Обезьяшка. Давай. Вот, умничка. Переднюю зубами вообще не умеет кусать. Ну, тему хороший мальчик. Вот такой вкусняшку. Кайфует мальчик. На. Ну, на. Прям стесняется, видите? Ну, все, все. Звуки такие издает. Все. Получил свою гостиницу? Все. На сегодня все. О, как тебе вкусно было. Ты так чавкаешь. Красавчик наш. Тут кто любит Торика, для вас показала. А то давно его не было. Да, мальчик мой. Да, такой хороший мальчик. Вот так вот. Девочки, которые выиграли в конкурсе, простите, мы затянули немножко с отправкой. Так получилось, так все навалилось. В общем, вот они, две коробочки уже. Ну, коробочки это просто были дома, чтобы хочу, как бы немножко, чтобы не помялось, дошло, может, спасет. Вот. Завтра, надеюсь, я попаду уже на почту и отправлю все. Короче, нет у меня настроения, вот явного настроения, чтобы все не убираться в шкафу. Вот, видите, только что. Даже не разложил, так сложил стопочками. Но зато я сегодня немножко расхламилась и кое-что выкинула. Хотя надо еще пол шкафа. Ой, сейчас хоть с кровати все беру. И надо дыхать. Устала я сегодня, устала. Короче, все-таки распрощаюсь со своей джинсовой юбкой. Она, видимо, уже будет очень короткая. Все-таки настало ей время. Брюки, короче, вообще одела их два раза. Они так растягиваются, просто меня падают. Кофту вот выкидываю, потому что она мне очень нравится. У нее такой цвет стал какой-то псивый страшный. И такие пижамные шорты. Что-то они мне уже надоели, короче. Их всего не гордо. Для меня это прогресс. И представьте, платье новое вообще. Я его купила, пришла домой, не меряя. Короче, хотела померить, оно мне маловато. Хотела сдать и забыла благополучно. Куда его теперь девать, не знаю. Вот. Ну, это я вот прям навскидку совсем, потому что мне так надоело, это барахло. Я как барахольщица какая-то, мне вообще не надо смотреть свой гардероб. Я вообще адекватная, когда это все покупала была. Вот. Короче, что-то сегодня устала. Я здесь на кухне. Одеваю, рот не закрываю. Вообще красотка. Короче, устала сегодня. Ну, полезно домашними делами так. Вот. Ну и в YouTube сегодня, поскольку домашними делами занималась, много YouTube смогла посмотреть. Что тоже плюс. Блин, мне вот эта простуда, она все уже прошла. И вот она на самом деле не такая красная. Но вот это пятно, вот на экране вообще смотрится как... Какой-то, блин, вот это. Ну, короче, она уже прошла на самом деле. Вот. Что еще это рассказать? Сейчас немножко здесь на кухне разгребусь. Ну, так, просто хочу чайку попить. Еще за компом посидеть и спать пойду. Иди, что? Вот так вот. Мне хотелось и ногти накрасить. Что-то мне сегодня уже лениво. Так что, ладно, буду прощаться. Сегодня хоть не забыла записать вам. Но все, выходим в будние дни, и теперь все по стандарту. А то так, видите, там-сям, и все через одно место. Вот, все. Всем пока-пока, до завтра.